Друзья, всем привет! Начинаем игру Легенды Драконов. Итак, что тут у нас? Привет, надеюсь, вы не ищете всемирно известного драконолога доктора Хогвина Хогунха. Его похитили. Интересно, играем дальше. Ага. Викинги камня на камне от Академии не оставили, но похоже не заметили одного дракона. Хотите на него посмотреть? Конечно, хотим. Вот такой вот дракончик интересный. Да, сейчас посмотрим. Ага. Жилище у него уровень 3. Гладьте его, так он будет знать, что вы его друг. Хорошо, попробуем. Вот. Меня зовут Ария, я ученица доктора Хогвина, но Хогвина мне, конечно, далеко, но я научу вас всему, что знаю. Во-первых, предлагаю покормить малыша. Покормить, так покормить, покормим. Так. Фрукты, основная пища дракона, дайте ему несколько. Хорошо, попробуем вот такой вот фрукт. Еще вот такой вот пульт, вот такой вот, и вот такой вот пульт. О, подрос, да, подрос немножко. Так, что-то показывает закрыть. Ну давайте закроем. Здоровые драконы производят золото. После набега викингов дела у нас идут не очень. Так что золото точно не будет лишним. Так что собираем золото. Сейчас золото. Так. Примите этот прелестный подарок для благодарности золотого покрова. Драконы очень общительные существа, но этот выглядит одиноким. Давайте посмотрим. Давайте построим ему жилище. Возможно, какой-нибудь другой дракон захочет составить нашему отщепенцу компанию. Хорошо, давайте построим. Давайте попробуем построить. Так, жилище, жилище. Хорошо. Вот. 500 золотых жилище. Вес построим. Жилище ветра, да. Так, и кристаллик построить. Так, вот. Ускоряем. Это стрелочка. Вы открыли, и вы получаете один кристаллик. Порта заполнен. Ага, готово. Вот здорово, ребята, получилось. Так здорово, это же дракон ветра. Огнен любимчик Сплит. Кто же теперь спасет Драконландию от викингов? Так, я вернулся, девочка. Принеси мне кодекс дракона, я отпущу древнюю развалину Хогвана. Буду ждать тебя на внешних островах. Так, черновикинг. Так все затевалось ради этого, ради кодекса. Это легенда. А теперь отпусти доктора Хогвана или мы заберем его силой. Я против насилия, но мы должны вернуть профессора. Без него Драконландия будет полностью разрушена. Быстрее иди за мной через портал. Хорошо, пойдем. Так. Когда-то давно на внешних островах было много драконьих тренеров. Мы так давно не воевали, что люди перестали использовать свои навыки. Обучение драконов и участие их в битвах требует специальных навыков. Здесь нам понадобится помощь. Готовы немного поравняться? Готовы. Так, первый уровень, наверное. Напасть. Хорошо. Так, бой. Ага. Вот, перетащите, бросьте значок стихии. Вот, стихия. Вот так. Остановите стрелку, пока она в серой зоне. Если попадет красный, то мы просмахнемся. Ага. Вот так.
Так, теперь вот так. Ура, мы выиграли. Ха, думаешь, ты победила, но ты отдашь кодекс после того, как встретишься с моим опасно зловонным братцем Олфом. Олафом. Так, ну пробуем дальше, друзья. Сколько можно повторять? Кодекс законов – это всего лишь легенда. Ох уж эти викинги, никогда не слушают. Так, ура, друзья. Ух ты, мы выиграли. Топ-мина. Здорово, ребята. Так, посмотрим, что же дальше. Так, что же дальше? Так, замечательно. С вашей помощью мы сможем спасти Хогвина. Вернуть былую славу Академии и победить Викингу. Вперед, ребята. Ладно, ладно, я, похоже, забегаю вперед. Для начала заглянем в ежедневник. Так, вот ежедневник. Какое-то сердечко. Создавайте гибриды, скрещивая драконов с различными стихиями в гнездовье. Так, кристалл, золото. Скрестите дракон вектором ветра с драконом огня. После поселите нового дракончика в жилище. Хорошо. А что же делать? Если бы Академию не разграбили, у нас было бы больше драконов. Но сейчас есть всего два. Давайте постараемся вывести третьего. Вот любовь. Так, огонь. И что? И ветер. Вывести. И что получится? Осталось времени. Ага, и яичко от у них получилось. Вот что там получилось. Выплупилось яйцо какое-то. Что же это за яйцо? Сейчас посмотрим. Какой дракон получится от их связи? Огня и ветра. Инкубатор. Победите солнце. Так, 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 так. Что там происходит? Что за яичко? Ага, какой-то сумеречный дракон. Сейчас посмотрим. Так, выполняется. Великолепно. Еще один дракон, который поможет нам выстоять против викингов. Свести дракон огня. Получилось. Поселите нового дракона в жилище. Получилось. Готово, ребята. Хочу скорее увидеть, как этот дракон победит черновикинга. Когда вырастет, конечно же. Хорошо. Так. Проверьте ежедневник. Проверяем, что там в ежедневнике. Так, какая-то битва. Теперь взрослые драконы могут участвовать в битве. Помогите дракону дыму вырасти до 4 уровня. Подготовьте дракону дыма к участию в следующей битве. Сюда. Так, кормить надо. Вот. Вот тебе. Вот еще тебе. Вот тебе. Вкусняшку. Уже второй уровень. Так, еще кушай. Кушай, подкрепляйся. Вот. Уже к третьему уровню подкормили его. Кушай, кушай, маленький. Так, у нас, по-моему, закончилась пища. А как нам купить пищу? Что-то... Ага, ферма. Ферма, вам не хватает еды. 4. Вырастить продукты на ферме или купить ферма. Ферма. Так, купить нужно ферму. Пусть сердце дракона лежит через желудок. Желудок. Выращивайте ему еду здесь. Так, вот. Ферму построили для того, чтобы у дракона всегда была еда. Это сердечко. Ага, вот. Здорово, ребята. Так, дракон. Дракона уже есть. Нам нужно хотя бы 3 взрослых дракона. Так, понятно. Пока с драконами не будем. На ферме вы можете выращивать для драконов свежую еду. Сюда, хорошо. Зайдем, посмотрим. Что там?
Вишня, хорошо. Еще что-то там есть интересного. Ну, пока строится, посмотрим, что там ниже. Вот. Ваши драконы скучают, пока вас нет. Проведите с ними больше времени, чтобы они не чувствовали себя одинокого. Сюда. Так, кормить. Кормить, кормить, кормить. Ага. Но мы ферму уже построили. То есть нам здесь тут не надо. Так, что там еще за задание? Красный дракончик. Вот. Вот. Приласкайте дракона дыма сюда. Хороший, хороший, хороший. Хороший дракончик. Хороший, хороший. Вот как здорово. Его приласкаешь, а он золото дает. Трудно даже вообразить, чтобы драконы умеют улыбаться, а ваши прямо сияют. Так, хорошо, готово. Ага, вы открыли жилище огня, вы получаете кристалл и портал заполнен. Готово. Так, здорово, ребята, что же нам еще? О, какой-то... Ух ты! Получилось у нас урожай собрать. Для тех, кто считает, что жизнь в ферме скучная, нет, голодного дракона на печенье. Так, готово. Хорошо. Здорово, ребята. Теперь осталось покормить дракона. Так, если мы уделим немного времени уборке, на острове будет больше свободного места. Так, уберите с острова препятствия. Три, сюда. Какие препятствия? Что сделать? Выкопать за один кристалл. Хорошо, пропустить. Так, есть. Какое второе препятствие? Что там нужно сделать? Так, сюда. Что тут нужно сделать. Уже одно препятствие сделал. А где второй? Остальные? Непонятно, непонятно. А какие-то кристаллы? Так, ну это потом разберемся. Так, что там у нас с заданиями? Так, только взрослые. Помогите дракончику достичь до 4 уровня. Покормить. Еды у нас хватает. Вот, здорово. До 4 уровня мы уже добрались. И теперь у нас 4 дракона. 3, в смысле, дракона. Думаю, наши драконы достаточно сильны, чтобы дать бой викингам. Давайте разобьем их. Хорошо. Так, давайте, драконы, вперед! В битву! Так, второй уровень. Так, что у нас? Земля, лава, земля. Это противники наши, наверное. Да, бой. Друзья, так вот. Наш дракон дым, гибрид стихии огня и ветра. Стихия ветра хороша против земли, атакует с помощью ветра. Хорошо. Зеленый меч показывает на то, что эта стихия обладает силой против оппонента. Красный меч означает стихии менее эффективно. Ага, понятно. Вот так. Вот так. Вовремя нажмите на экран, чтобы сердце осталось зеленым за них. Тогда получите зеленый удар. Вот так. Угу. Так, 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 так. Да, да, да. Таким идеальным ударом мы приближаем к возможности использования гнев дракона. Понятно. Вот. Все, с одним драконом справились. Теперь другой. Ага, тоже атакует нашего дракона вредина. Вы можете устраивать хаос с помощью специальных атак. Ага. Понятно. Так, 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 так. Так, давай наш дракончик. Что такое? Ага, взять. Мой дракона.
Готовьтесь. Атакуйте по нескольку драконов за один ход. Это будет комбо-атака. Вот. Здорово. Ай-яй-яй. Вот, не в того дракона выстрелил. Вот так. Немножко промахнулся, но ничего, добил. Так, и так. И сейчас мой дракончик немножко промахнулся. Так. Перетащите, бросьте врага. Перетащу. Вот так. Ура, друзья, все получилось. Наши драконы победили. Так, и куча наград нас. Горная тропа. Так, что же там дальше? Интересно. Так, проходим. Так, друзья, вы открыли жилище земли, жилище бесов, храм легенд, земля. Ага. У нас уже будет земляной дракон. Так, на внешних островах приключения будут поджидать вас на каждом шагу. Исследуйте и покорите острова, чтобы получить награду. Ага, хорошо, друзья. Так, отлично, теперь ваш дракон дыма большой и грозный. Отлично. И награда. Нажмите на значок «Забрать», чтобы получить свою первую уже ежедневную награду за посещение Дропландии. Так. Готово. Хорошо. Заходите завтра и получите этого дракона. Каждый день вы будете получать ценные награды за посещение Дропландии. Вот такая замечательная игра, друзья. Заходите на Facebook, нанимайте новых тренеров и получайте награду эксклюзивного дракона. Так. Так, вот, друзья, вот такая интересная игра. Ожидайте продолжения видео. Пока прощаюсь. Подписывайтесь, ставьте лайки. А завтра я сниму новое видео о драконах. Всем пока-пока.